Известный мотивационный спикер и евангелист Ник Вуйчич за несколько месяцев объехал 24 страны Азии и Южной Америки, где его услышали 400 тысяч человек в самых разных аудиториях, а также около 400 миллионов благодаря радио и телевещанию. Сейчас, как никогда раньше, пришло время сиять и любить. Если мы говорим, что знаем любовь Иисуса, живем ли мы ею, показываем ли мы ее? Не обманывайте себя, если вы любите Бога по воскресеньям, а по понедельникам обижаете людей, вы не знаете Бога и не знаете любовь Иисуса. Пора перестать играть в церковь и сделать любовь действенной, написал Ник на своей странице Facebook. 4 сентября он обратился к национальному правительству Мексики с посланием о том, насколько важно использовать действенные инструменты и образовательные программы для того, чтобы остановить преследование и издевательства в школах. Также Ник планирует выпускать мотивационный интернет-журнал. Он обратился к пользователям Facebook с просьбой предложить свои идеи для этого проекта.